Доказать себе и окружающим, что все возможно, обрести новые навыки и друзей. В Самару съехались участники Всероссийского парафестиваля «Театр. Территория равных возможностей» из разных городов России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Коллектив Татьяны Корольковой прибыл из Барнаула. В делегацию из 37 человек вошли как участники с особенностями развития, так и студенты колледжа культуры и педагоги. Привезли спектакль «Я спасу тебя, Дульсинея» по мотивам знаменитого романа Мигеля Сервантеса. В прошлом году мы в Липецк на международные инклюзивные игры ездили и поняли, что нашим ребятам это придает вообще такую веру в то, что они делают, кучу эмоций, заряжает, заражает, у них появляется энергия, желание работать дальше, делать что-то еще невероятное. Оксана Смолякова живет в Самарской области. Ее коллектив «Апельсин» становится лауреатом конкурса 4-й год подряд. На этот раз удивлять публику будут спектаклем по произведению Даниила Хармса. У нас ребята с ментальными нарушениями, и так сложилось, что тексты Хармса очень легли. Это их любимый спектакль. Неговорящие дети начинают говорить, не танцующие начинают танцевать, не поющие поют. Прежде всего, это площадка, где мы работаем с особой категорией людей, которые имеют ограниченные возможности. И это, наверное, возможность приобщить этих людей к какому-то творческому процессу, дать им возможность показать и проявить себя. Еще очень важен этот фестиваль и для всех, для нас, потому что эти люди являются для нас большим примером того преодоления, которое они осуществляют, занимаясь таким театральным творчеством. В этом году заявки на участие в фестивале подали 30 коллективов. 15 из них стали победителями, в том числе 5 самарских. В рамках фестиваля предусмотрена и образовательная программа. Ее проводят педагоги кафедры театроведения Самарского института культуры. Виктория Шарая, «События».